Всем здравствуйте. Сегодня я опять оказался в Ермаковом городище. Но я сегодня оказался со своим извозчиком. Силен пацан. Едем мы с горок покататься. Ну, уже вернее приехали. Еще пока не проходился, но уже народу не особо много. Мало кто знает такое место. Прокатимся сейчас на ватрушке, посмотрим, как это. Протестируем горки. Мама нас уже прокатила. Поехали. Понятно, новогодние каникулы, про это место не особо кто знает, хотя вроде везде ролики все видят, фотографии многие видят, многие делятся всем. Ну, не знаю, видно далековато или еще как, может погода, ну погода в принципе минус 4, минус 5 градусов сегодня, ветерок присутствует, в другие дни может больше народу, сейчас да, на секунду, ну человек 40 где-то присутствует, подъезжают, уезжают. Так, в общем, хорошее место. Мне понравилось. Воздух свежий. Это не город, не черта города. Самое интересное, покажу то, чего нету в городе. Горки примерно такие же стоят у ДПП, Дома политпросвещения бывшего. То, что вам сейчас покажу, такого вы там не устроите, такого нету. Вот он, пожалуйста. Менее 20 метров до горки. Стоит мангал. Стоит веранда со столиками, со скамеечками. Ребятишки пускай катаются на горках. Взрослым и здесь можно посидеть, так сказать, отдохнуть от праздников, от работы, да от чего угодно. С видом вот таким вот. Вот видок хороший, шикарный. И ребятишки под контролем все время. Что качели, что горки, что тут качели. Ляпота прям, ляпота. Таких веранд тут много. Запас дров необходимый есть, конечно. Можно со своим углем. Где-то я еще коптильню видел. Может, вот эта коптильня, может, вот та вот. Дальше коптильня где-то. Где-то видел, можно курочку взять, покоптить. И виска пожарить, сосиски. Да чего угодно. Ну, все может. Отдыхай, не хочу, называется. Если кормила, растила, сейчас на себе тащит. В буквальном смысле слова на себе тащит. Дети-то малолетние.
притащила. Он же тебе подножку и поставил. Он же тебе подножку и поставил. Солдат стоит с пушкой на страже Ермакова городища. Это стрельбище. Расстояние до мишени разное. Он как далеко стоят даже, да? Ну, у всех разный уровень подготовки стрельбы из лука. У кого-то даже его нету вообще. На входе дают после оплаты. И луки, и стрелы, и все остальное сюда повешено. Совсем упали. Упала пушка совсем. Вот так. Вот так всегда. Пока не бьешь, ничего не сдвинется с места. Поехали! Приехали! Я же говорю, я обленился совсем. Ну что, 20-й год, скоро 50, полвека. Это у нас в Тагиле, ой-ой-ой, какой возраст. Вот толкают меня, везут, тащат. Всеми доступными способами. Свозили папульку на прогулку. Ты как наглел. Ой, ой, лошадка, извините. В общем, мне понравилось. Не знаю, как сыну с женой. Мы все сделаем, лишь бы лошадка у нас сегодня не замерзла. Все для вас. Тяните свою сыновью тяжелую лямку. А я еще покушаю. В общем, что-то скорости я не ощущаю. Да. Говорит, против ветра тяжело идти. Вот. Сходили бы на рыбалку, так боюсь, не дотянет меня сегодня движущая сила этого бублика. Или на охоту, вот. Нет, где уж взял, там пускай положит.
Сейчас. Вот так вот. Ну это нормально. Зимисис, давай по описи.